16 марта прошел второй кубок Пензенской области по тэквондо. Свыше 150 участников из соседних регионов приняли в нем участие. Рассказовскую команду представили 8 человек. Виктория Шильцина в категории до 45 килограммов заняла первое место в дисциплине спарринг, а также первое место в дисциплине туль. Ранее, 17 февраля, Виктория на чемпионате России в Звенигороде стала лучшей в своей весовой категории. Ксения Багина в весовой категории до 32 килограммов также заняла первое место в этих же двух дисциплинах. У Елены Лепешкины третье место. У юноши призовые места распределились следующим образом. Даниил Черемухин – третье место в спарринге. Сергей Тетушкин занял первое место в дисциплине туль и третье в спарринге. Никита Кордюков и Никита Столбовских заняли первое место по туль. Кирилл Дементьев занял третью ступень пьедестала в спарринге и первое место в дисциплине туль. Тренер Станислав Багин поздравил ребят с отличными результатами в соревнованиях. Упорные тренировки и стремление позволили им прийти к победе.